Учащиеся лицея номер 14 выстраиваются в ровные ряды на школьной линейке. Повод по-настоящему торжественный. В учреждении появилась парта героя. Лицей номер 14 носит имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. А еще гордится тем, что воспитал и дал путевку в жизнь герою России, летчику-космонавту Евгению Тарелкину. Он лично в этот день поприветствовал учеников, педагогов и гостей лицея. На самом деле, мне очень приятно и почетно. И время сейчас такое. Я хотел бы немножечко рассказать, действительно, что такое подвиг. Прежде чем я полетел, меня готовили инструктора. Этот космический аппарат мне делали слесарь какой-то делал. И вот эти люди действительно тоже совершали подвиг. Пока для вас подвиг – это вот учеба. Сидеть за этим ученическим столом выпадет возможность лучшим учащимся, отличникам, активистам, участникам олимпиадного движения. Парта героя – проект партии «Единая Россия». На рабочем столе изображено фото заслуженного человека, имеющего прямое отношение к школе, его биография. На парте изображен QR-код, который ведет на официальный портал с информацией о герое. Это уникальный проект, который объединяет поколения, который позволяет сохранить историческую память о наших соотечественниках, которые и в годы войны, и в мирное время, и сейчас у нас оставляют след в жизни России. Я проработала в этой школе 34 года, с 85 года. Первый выпуск мой – это вот Женя Тарелкина, 92 год выпуска. Учениками славится Россия. Ну а мы гордимся ими. Лицей номер 14 расположен в микрорайоне Чкаловский. Эта земля хранит память о многих авиаторах, знаменитых асах, героях космоса. В 1961 году выпускникам школы посчастливилось лично встретиться с Юрием Гагариным. Валерий Чернов помнит эту встречу. Он пришел к нам на выпускной вечер. Мы, естественно, с ним общались. Он нам рассказывал о полете первом. Все было интересно. Это был первый полет. Мы вообще не понятия не имели о космосе. Все было закрыто. Желаю вам больших успехов в учебе и выпускникам дальнейшей жизни. Героизм и мужество Гагарина стали примером для учеников лицея. Может, это где-то там под корочкой все вот это, потому что у меня там тоже училище там имени Комарова, военно-воздушная академия Гагарина, то есть это школа имени Гагарина. И у меня, как говорится, другого пути не было, как вот в космос. И, возможно, скоро появятся новые имена выпускников учреждения, которые в будущем отправятся бороздить космическое пространство. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.